Здравствуйте, я Марк, я студент ВТУ имени Щепкина. И меня Аня просила сделать небольшой тур по Щепке. Начнем. Это наш вход, как вот выглядит. Здесь все. У нас здесь стоят турникеты, у нас есть пропуск по специальным карточкам, так что сюда пробежать не получится. Пойдемте. Налево у нас находится несколько кабинетов, в которых у нас проходит теория и учебная часть. Если огромное, очень красивое зеркало. Эльдар, сними себя. Это мой оператор Эльдар. Пойдем. Здесь находится... Проходи, давай. Здесь у нас находится также несколько кабинетов. Вот, меня тоже снимай. Опа. Заканчивай эту ерунду. Давай, погнали дальше. Чем занимаешься, а? Я видео снимаю. Съемка видео запущена. Это наш гардероб, где мы можем оставить куртки. Вот. Там у нас находится второй этаж, а там будет блок Соломенцев, он очень красивый. Поэтому... вот портрет Щепкина. Так что идемте, я быстренько его покажу. Здесь у нас находится портрет местных выпускников Щепкина. Класс вокала. А это красивый блок Соломенцев. Теперь обратно. Здесь находится самая классная часть Щепки, на мой взгляд. Это внутренний двор. Такого нет ни у одного вуза. И это просто реально киллер фича. Здесь мы очень любим отдыхать во время перерывов, общаться, делать какие-то этюды и все такое. Здесь вечером загораются очень красивые фонари, становится очень атмосферно. Вот, опа. Это Виля, это Арсений, это Степа. Мы с ними учимся на одном курсе. Да. Все. Еще Юля и Даня. Идем дальше. Идемте дальше. Заходим. Там у нас находится столовая, где мы принимаем пищу. Ну как принимаем? Прошу. Людей снимать не будем, да? Не будем. Пойдемте. А кто там кушает сейчас? Пойдем. Так, у нас здесь находится вроде бы 4 этажа. И на каждом этаже находятся разные сцены, на которых репетируют разные курсы, разные постановки. Каждая сцена отличается от другой. Но лично мы живем на 4-м этаже. На третьем, простите. Мы живем на 3-м этаже. И у нас находится там основная сцена. Вот. Нет. На самом деле этажей больше. Есть блок, где есть 6 этажей. Вы с ней знакомы? Юля. Юлиана. Да. Юлик. Да. Это Аля. Хорошее видео. Я тут работаю кухаркой. Да. А это все наше. У нас здесь всегда царит творческая атмосфера. Это чуть позже, а сейчас покажу наши переодевалки. Пройдемте. У нас недавно здесь был ремонт, там поставили новые шкафчики. Не здесь. Теперь мы с новыми шкафчиками. Красиво. Нет фокуса, да? А вот мой шкафчик. А вот мой шкафчик. Все, все показали свои шкафчики. Это мой шкафчик. Теперь вы знаете, откуда можно что-нибудь украсть. Пойдемте. Там ничего нет. Там находится спереди переодевалка девочек. А здесь находится святая святых, наша сцена. Вот как все здесь выглядит. Наша сцена. Наши студенты. Влады. Инсталляция. Что ж ты с ним делаешь? Репетирую какой-то танец. Как красиво. Там находится зрительный зал.
в котором мы наблюдаем этюды, постановки и показы животных. Прикольно, появляются друзья, да? Снимаешь видео, появляются друзья. Потом тебе расскажу. Нет, сейчас расскажу. Вот, потом. Теперь я вам покажу наш рояль. Рояль, который фортепиано. Это наш Леша. А здесь находится все, что мы используем в разных этюдах, постановках, картинах. Точнее, бардак. Здесь надо убраться. И здесь нужно убраться, потому что здесь уже срач. А это Федя у нас. Это наш второй староста. Я, короче, поняла, куда ты снимаешь. Молодец! Молодец! Давай это... переснимем! А то вам прекрасно! Играем. Вот. Спасибо тебе, Влад! Вот, как бы все... Благодарный! Все остальные этажи спроектированы по такому же принципу, что находятся сцены, коптерки и... чужие бардаки. Так что вот. Самые интересные места щепки я показал. Надеюсь, вам понравилось.